Приветствую вас, мои дорогие зрители, меня зовут Лилия Донскова. И вот подходит к концу 2020 год и завершает его потрясающе красивый чудесный каталог Oriflame номер 17. И я держу один и тот же каталог, но у него разные обложки, правда забавно? Наверное, нас ждет какой-то сюрприз, но об этом я пока еще не знаю и ничего не расскажу. Я буду рассказывать вам сегодня о продукции. Мы вместе полистаем каталог и потестируем ту продукцию, которая есть у меня, и я дам конкретные рекомендации, чем, как пользоваться, как лучше подбирать продукцию, и это поможет вам в работе с клиентами, с вашими близкими, чтобы ваши заказы все время увеличивались. Приступаем к просмотру. А если видео вам покажется длинным, я вам сейчас расскажу один лайфхак, как сделать его покороче. Если вы смотрите видео с компьютера, то в правом нижнем углу найдите такую шестеренку, нажмите на нее и выберите скорость 1.25, 1.5 или 2 раза, такой темп, который вам будет удобный. Если вы смотрите с телефона, то то же самое будет наверху, подсказки вы уже видите. Приступайте к просмотру. Каталог номер 17 будет действовать с 7 декабря и закончится 26 декабря. Очень красивые обложки, вы уже отсканировали QR-код, пишите, что у вас получилось. Итак, на первом же развороте нас ждет чудесный набор, он будет состоять из трех продуктов, то есть это специальные смягчающие средства, будет три разных вкуса, и нас ждет средство с апельсиновой косточкой, с маслом корицы. И это отдельно, два будет отдельно, а в наборе будут три: один с маслом розы, второй с гранатом, а третий классический без отдушек. Отлично, шикарный набор, в общем цена адекватная, в общем-то аналогичная по отдельности приобретать или в наборе, но в наборе просто идет красивая коробочка. Как выглядят смягчающие средства? Если вы берете одно, то оно приходит вот в такой коробочке, будет вот такая вот баночка смягчающего средства. Я его использую на кутикулу, на локти, то есть все места, которые сохнут, можно губы помазать, кожу вокруг глаз, пятки. Кстати, если пятки сохнут сильно, даже лопаются, то смягчающее средство классно помогает. Очень люблю этот продукт, поэтому его всем рекомендую, особенно когда разные вкусы, я все время беру что-то новенькое попробовать. Следующий разворот, и в принципе в этом каталоге очень много наборов, да по таким классным скидкам, у меня очень впечатлил каталог. Смотрите, один из моих любимых ароматов, кстати, давно его не заказывала, а когда он только вышел, у меня подряд было три аромата, я не могла им насладиться. Если у вас есть бумажный каталог, вы можете потереть страничку ароматизированную, но в любом случае я вам всегда рекомендую выписывать пробники, то есть маленькие тестеры, чтобы продегустировать аромат, поносить его на себе и убедиться, что он вам идеально подходит. Смотрите, какой классный набор, он во-первых будет в красивой коробке, сам аромат Eclat Femme Weekend и еще крем для тела, большая банка 250 миллилитров, и следующая страничка Eclat Home Sport, свежий такой приятный мужской аромат, и он тоже идет в наборе с мужским дезодорантом с таким же ароматом, 1199 рублей. Классное предложение, трудно устоять. Один из популярнейших ароматов Люсия, кто-то его называет Лючия, он и так красиво звучит, я его называю Люсия, красивый аромат. Спецпредложение каталога: заказать набор, который включает в себя сам каталог номер 1, он будет, неужели он будет с такой обложкой, даже не могу поверить, что будет просто розовая обложка и надпись, и еще пробники, пробник помады, пробник омолаживающей сыворотки для лица и шеи и пробник парфюмерной воды Sublime Nature Tuberose. Кстати, мне кажется, этот аромат снимают из каталога, может быть, мне кажется, показалось, что были часики в каком-то из ближайших каталогов. Окей, и это еще не все, нас ждет какое-то супер предложение. Внимание, сделайте на 500 рублей заказ из каталога номер 17 и еще один заказ из каталога номер 1 тоже на 500 рублей и получи супер скидку на один из легендарных продуктов. Это будут капсулы Novage, это будет Divine аромат,
вот в таком вот красивом, у меня правда другой аромат, но вот такой будет красивый флакон Divine. И мой любимый продукт — это комплекс астаксантин и экстракт черники. Обожаю этот продукт, давайте я вам его даже покажу. Вот такая баночка. Я думаю, что будет хорошая скидка, поэтому я обязательно возьму на все. Мне на все, у меня осталось вот 4 капсулки, но это не последняя баночка. У меня много всегда астаксантина, я его люблю, потому что важно сейчас делать антиоксидантную защиту, чтобы наш организм был здоровый. Далее нам предлагают любой пакет за 59 рублей при заказе на 500 рублей, кроме самих этих пакетиков, из каталога текущего. Хорошее предложение. Так, здесь нас ждет интересный вариант мыла. Это будет большая такая коробочка. Мыло 75 грамм в виде новогоднего шарика. Я сейчас потру и попробую ощутить аромат горячего шоколада. Ой, вы знаете, как вкусно пахнет? Я чувствую пряность какую-то. Не просто горячий шоколад, а еще есть какой-то пряность, очень вкусный, прям новогодний классный аромат. Здесь нас ждет пополнение коллекции. Смотрите, у нас в 16-м каталоге вышла новая серия, такой вот классный крем в праздничной упаковке, мыло, и добавляется красивая мочалка, вот такая красно-белая, и пена для ванны 300 миллилитров, 179 рублей. У меня как раз кто-то недавно прям спрашивал пену для ванны, вот как раз будет сюрприз. Аромат приятный, яблоко в карамели, то есть он такой тоже наводит ассоциацию Нового года, праздника, и красивое оформление. Также нас ждет изменения в дизайне серии Discover. Наши привычные солнечные Мальдивы и Камчатки и так далее просто будут в такой красивой новогодней упаковке. Но опять же помните, что есть ограничения по дизайну, по такому, поэтому если вы будете тянуть до конца каталога с заказом, то вероятно, что вам уже не достанутся такие красивые флакончики праздничные. Здесь нас ждет еще приятный набор с кремами для рук. Вот будет большая коробочка, а в ней 3 крема. Я вам покажу коллекцию прошлую, то есть дизайн меняется, ароматы остаются, то есть будет коробочка просто красная праздничная, будут другие футляры вот такие вот праздничные, а будет аромат жасмина, пиона и сирени, то есть ароматики у нас сохранились. Дальше мыло. Мыло Discover тоже уже знаменитое, многие его обожают, любят, потому что оно хорошее, качественное, кремовое мыло, долгоиграющий кусочек. По-моему, 75 грамм тоже в этом кусочке. А, 90 грамм, то есть большой кусочек, 90-граммовый, 59 рублей. Чудесные, красивые сапожки для дома, то есть они позиционируются как тапочки. Да, но мне кажется, это такие сапожки. У кого дома прохладно, да, прохладные полы, то это классный вариант, особенно чудесный вариант подарка, потому что они такие яркие, эффектные, и пайетки можно передвигать в разные стороны, они могут быть либо черными, либо серебристыми. Я знаю, что такие вот аксессуары для дома очень многие любят, потому что, ну, это действительно красиво и уютно. А здесь нас ждет сюрприз, потому что коллекция, сейчас правильно скажу, Northern Glow уже была в каталогах, и это пена для ванны и аромат. Вы можете, конечно, потереть страничку, если у вас есть каталог, а если нет, то почитайте состав. Если он вам нравится, то, конечно же, ну, за такую приятную цену, целый набор за 499 рублей, вот просто супер, потому что аромат приятный. У нас был уже этот аромат, поэтому я его знаю. А на этой страничке вот просто бомба. Смотрите, аромат мужской Venture Power 669 рублей. И есть шампунь для волос 319 рублей. Это уже со скидками. А если взять целый набор, то есть есть специальный код набора, то оба продукта за 499 рублей. Ну вот скажите мне, кто же будет заказывать одну воду, один аромат, если есть такое классное предложение? Ну, вы догадались, да, на что нужно смотреть? Вы ищите на каждой страничке
где-то будет, да, припрятан какой-то сюрприз. Это может быть набор или продукт по мега скидке. Так, здесь набор лак и смягчающее средство, аромат и смягчающее средство, розовый букет. У меня нет именно такого флакона, у меня есть вот такой вот флакон. Просто покажу вам, как красиво выглядит аромат Валяра. Он мне невероятно прям красивый. Это полураскрытый такой, да, раскрывающийся бутон розы. А потом мы так просто снимаем стебель, и оказывается, что здесь есть распылитель. Очень нравится дизайн. У меня еще есть два аромата, то есть всего три аромата Валяра, потому что я их люблю. Дезодоранты и крема для тела. Классно, что можно подобрать себе коллекцию, которая будет полностью состоять из одного аромата: крем для тела, дезодорант и парфюм, чтобы от всего тела пахло одинаково, чтобы ароматы не перебивали друг друга. Большая банка, надолго хватает. Парфюмированные кремы, они именно такого же аромата, как и сам парфюм, поэтому пользуются огромной популярностью. Просто, например, если ваш любимый аромат, например, Poses, то вы берете крем Poses, и у вас классный такой тандем получается. Для всех, кто хочет к Новому году выглядеть просто шикарно, я рекомендую капсулы и серия Королевский бархат. Она обладает эффектом хорошей подтяжки кожи. Если вы пользуетесь регулярно продуктом, да, то он дает хороший результат. Я сейчас прямо при вас открываю банку с капсулами, потому что сегодня начну пользоваться, чтобы к Новому году моя кожа уже сияла. Надеюсь, капсулы здесь у нас со скидкой. Всего 999 рублей. Ого, как доступно. Просто я заказывала дороже. Ой, как хорошо запечатано. С огромным трудом распечатываю упаковку. Что мы делаем? Мы вот эту капсулку берем и на очищенную кожу отрываем хвостик, выдавливаем маслице прям сразу на кожу лица и шеи, и пальчиками все это распределяем. Они очень хорошо работают, если делать, да, регулярно. Почитайте на сайте, как правильно пользоваться капсулами, чтобы сделать все по науке, по инструкции. Я, в принципе, люблю всю эту серию, периодически даже заказываю то один продукт, то другой, просто для того, чтобы побаловать свою кожу разнообразием. Здесь нас ждут кремы для рук. Где он стоит у меня? Вот, сейчас как раз достала такой огромный флакон, 150 миллилитров. Очень густой крем. Он у меня стоит на кухне, потому что им я пользуюсь, когда я закончила приготовление еды. Все время идет контакт с водой. Я жирненько, обильно наношу этот крем, чтобы напитать руки и восстановить водный баланс кожи, чтобы просто было очень хорошо. Нравится, очень нравится аромат миндаля. Мне эта серия вся нравилась. Ее сейчас, я так понимаю, сняли с производства, потому что давно не вижу в каталогах, а вот периодически что-то появляется. Ну, хотя бы крем для рук, я его очень люблю. Второй крем идет защитный для рук, тоже даст питание и защиту. Детская серия у нас пополнилась новинками. Смотрите, какие замечательные мультгерои из Disney. История игрушек. Я думаю, что дети, увидев, сразу вспомнят любимый мультик. А я хочу потереть страничку. Вкусненько пахнет. Мне кажется, какой-то персиковый аромат. Очень вкусненько пахнет. И здесь нас ждет аромат, как раз вот будет спрей. Шампунь 2 в одном и красивое мыло, кусочек. Мне кажется, понравится и девочкам, и мальчикам, и все будут очень довольны. Классно, что нас ждет новинка для детишек. Также помните, что дети любят и все индивидуальное, чтобы у них была своя паста, свое мыло, своя, ну, щеточка, это понятно, да, все свое, своя косметика, это сейчас очень популярно. Детки так прям, ну, любят, когда им дарят свою косметику. Пополняем запасы зубной пасты. У меня, кстати, травяной комплекс закончилась паста, я по ней очень скучаю, поэтому закажу, хотя мне кажется, здесь скидка не очень большая в этом каталоге. Но я все равно возьму эту пасту, потому что я ее очень люблю. Для самых-самых маленьких, прям для наших крошечек, есть чудо-серия с натуральными компонентами, абсолютно безопасная для малышей, для их нежной кожи, когда дети еще
у них не сформирована вот эта вот защита, они да только-только вот появились на свет в чудесных баночках. Мне понравился очень дизайн, такой вот прям классный бальзам для кожи. Он, кстати, классно подходит для взрослых уже людей, у кого чувствительная кожа. И маслица для массажа, я вам показываю то, что есть у меня в наличии. Кстати, доченьке отдала, ей хоть и 21 год, но она так обрадовалась, это было что-то невероятное. Но серия сейчас очень полная, здесь есть и для купания, и под памперсы, и помазать, да, то есть все, что нужно нашим маленьким крошечкам, а о них мы заботимся, мне кажется, больше всего. Так, на этой странице нас ждет некоторые продукты, да, со скидкой, мы смотрим, и без скидки: маска для лица, мыло, осветляющий крем для лица со скидкой, бальзам для лица. И вся эта серия у нас называется Essentials. Могу, конечно, ошибаться, не обижайтесь. На следующей страничке мужской набор: туалетная вода Excite Force и спрей-дезодорант. Отличное предложение, я, например, эту воду очень люблю. Здесь нас ждет тоже мужской аромат, я их чуть побыстрее пролистаю, потому что ароматы нужно пробовать, да, наносить лучше на того человека, который будет носить этот аромат, потому что, соприкасаясь с нашей кожей, аромат на всех звучит по-разному. Если вам, например, от кого-то один аромат понравился, это не значит, что он от вас будет так же вкусно и притягательно звучать, потому что он чуть-чуть изменится. Ой, как все красиво! Очень много предложений для того, чтобы наших мужчин побаловать, а также для их бороды шикарный набор, для бритья, после бритья. Внимательно читайте, здесь мелко-мелко-мелко все расписано, да, как укоротить бороду, да, что набором брать выгоднее, чем по отдельности. И вот это все нужно рассмотреть внимательно. Смотрите, вы можете сами собрать набор, потому что любые два продукта вам будут идти со скидкой 50%. То есть смотрите, цена зачеркнутая 450, например, пена для бритья, одна она будет стоить 319 рублей, а если вы купите два продукта, то будет 199 рублей. И вы вторым продуктом можете выбрать как пену для бритья, так, например, и увлажняющий гель, или взять масло для ухода. То есть цена будет вот эта нижняя. Главное взять два продукта, любые, не путайте. Шикарный набор для мужчин, кстати, очень надолго хватает. Все равно мужчину заставить каждый день ухаживать за собой не всегда бывает получается. По крайней мере, у нас с Мишей так получается, что он делает полный уход где-то два раза в неделю, не каждый день, да, вот он прям как-то, ну не знаю, все равно мужчины не все такие вот любят за собой прямо активно ухаживать. А здесь нас ждет тоже интересные мужские аксессуары. Мне вот сразу понравились часики, очень классные, я люблю такие вот в черных, в темных оттенках, да, ничего лишнего. Мне кажется, вот у мужчины должны быть часы самые лаконичные, самые простые. Крутой триммер, смотрите, какой классный продукт, мужской спонж коньяку, чтобы очищать кожу, и при этом, да, он с углем, да, такой прям брутальный. А здесь средство для умывания, дезодорант шариковый и тонизирующий гель для лица. То есть есть уход для лица дорогой, а есть более доступный. И если, например, вы хотите, чтобы ваш мужчина ухаживал, ну как бы вот набор за 4749 вам кажется, что это, ну как-то пока еще роскошно, да, но вы к этому стремитесь, вы можете начать с простых средств и приучать своего мужчину уже быть ухоженным. Далее тоже ароматы. Я не нашла у себя вот этот аромат, может быть, я не знаю, может, я его кому-то подарила, у меня был такой спрей, я помню, что там еще половиночка оставалась, может быть, я его куда-то переложила. Мне он нравится, очень приятный, а его видно, что он вкусный. Тут у нас мандарин, орхидея, прозрачный мед, он не может быть невкусным, понимаете, что это очень сексуальный такой состав. Следующая страничка, тоже ароматы, классные скидки. Позы The Secrets
Enigma. Ой, какие классные ароматы. Divine Idol, Divine Royal. Они такие красивые, что я не удержалась, взяла вам их показать. Вот эти вот изгибы, такие женственные, невероятные. Оба аромата люблю, пользуюсь. Но так как у меня их более 30 флаконов, я немножечко этим, немножечко этим, потом беру другой. Обожаю наши ароматы, они такие все разнообразные, я не могу остановиться на каком-то одном и сказать: все, я буду пользоваться, например, только магнетиста. Кстати, мне этот аромат не очень подошел, как бы я его не чувствую на себе, но у меня есть клиентка, которая говорит: боже, это самый вкусный аромат, который я пробовала в своей жизни. Зато мне понравился новый аромат «Все или ничего», All or Nothing. Какой он шикарный просто. Кстати, я его не сразу оценила. Так, где у нее еще его друг такой? Я его не сразу поняла. Несколько дней я была как бы в вопросе немножечко, да? Ну, я к нему прислушивалась. А потом он так раскрылся. Кстати, раскрылся, когда вот стало прям холодно. Я его поняла на 100%. И классная акция идет, что этот аромат и маленький, тоже его... как сказать, продолжение, да, аромат, который можно наслаивать, и он еще более красивый, он такой весенний, жасминовый, просто чудо, действительно. Я так рада, что у меня есть эти ароматы, потому что они дорого звучат и красивые. То есть, мне кажется, это будет один из ароматов самых классных в Oriflame, о которых будут все говорить. Giordani Gold Essence — это просто мой любимчик уже с первого взгляда, как говорится, любовь. И тоже вся серия, и крем, и спрей. Видите, как это здорово, когда в одном каталоге мы сразу можем заказать всю коллекцию. Это и шикарный подарок, и, конечно же, да, просто для себя. Giordani Gold, ох, сколько наборов. Мисс Giordani, Giordani Gold в наборе. Смотрите, здесь мы видим его отдельно. Предложите клиентке, да, смотрите, 2450 или 1299 за два продукта. Конечно, выгоднее. Конечно, выгоднее брать наборы. Декоративная косметика — это моя любимая тема. И я вам с удовольствием просто прорекламирую, да, сделаю промоушен вот этому продукту. Вот какой он у меня грязнулька. Сейчас я возьму салфеточку. Потому что я им пользуюсь, активно пользуюсь. Смотрите, какое это чудо. Просто посмотрите, какие переливы, какой шиммер. Это розово-персиковый оттенок, который золотом отливает. Прямо сейчас в моем макияже использован на веках. То есть я наношу сначала кремовые румяна на веки, немного на щеки. И на веках я даже не растираю, сразу начинаю припечатывать кисточкой тени подходящие. Да, вот у меня сегодня такой вот теплый макияж. И это получается эффект такой, золото все переливается, стойкость, такая глубина, мне очень нравится. И если наносить на помаду, то есть на губы, то сверху на помаду, потому что один он подсушивает губы, мне не очень понравилось. Далее, шикарный хайлайтер. У меня его, к сожалению, нет, потому что это не мой оттенок, больше подойдет к смуглой коже, к загорелой коже. А мне больше идут такие вот персиковые, розоватые оттенки. Тут нас ждет тоже один из моих любимых продуктов. Это пудра. Обратите внимание, количество товара ограничено. Значит, ее скоро снимут с производства. Посмотрите, какое это чудо. Я прям рекомендую на лето делать запас. Но мне это точно еще хватит до следующего лета и все лето с ней проходить. Она создает эффект бархатного, легкого загара. Такое лицо красивое получается. Единственное, что мне не нравится, здесь нет зеркала. Ну, естественно, нет кисти, мы ее не видим. Но тем не менее, этот продукт стал моим любимчиком. Практически каждый день я им пользуюсь. Тональная основа, кстати, тоже сейчас использую оттенок фарфоровый. Очень-очень люблю этот тон. И она мне подходит сейчас и по цвету, такой светлый оттенок. Мне нравится, как лежит на лице. SPF 15 защита, подстраивается под кожу. У меня абсолютно не забивается в порах, то есть лежит классно весь день. И это у нас тональная основа, стойкая, минеральная. Вот, обратите внимание, очень рекомендую. И всего 559 рублей, отличное предложение.
И также ждет консилер и классная кисть. Я люблю тональные основы носить, конечно, спонжем, но мне не всегда удобно бежать мыть спонж, мочить его, отжимать. А кисть я ее делаю где-то 2-3 дня, потом мою, то есть мне как бы ее хватает на подольше. Роскошные помады Giordani Gold. Я, конечно, очень люблю блески, я люблю стойкие помады, питательные, разные. Мне нравится в Oriflame и подходят, самое главное, что мне подходят практически все помады, я их очень люблю. Но когда я вижу помаду Giordani Gold, и я просто вижу ее дизайн, у меня аж просто вот, ну вот радость какая-то, вот обладание таким красивым футляром. У меня оттенок почему-то вот из первой серии антивозрастная помада, почему-то он здесь не представлен. У меня оттенок 91 на конце, и как ни странно, я ее здесь не нашла. Я не знаю, с чем это связано, но я вам просто решила показать футляр и сказать, что это очень классная, очень качественная, красивая помада. Рекомендую, просто рекомендую от души. Также здесь еще есть другая помада Икона стиля, она более мягкая, у антивозрастной более плотное будет покрытие, а Икона стиля она такая просто вот, такая легкая, такая невесомая, такая увлажняющая. И конечно удобно, что можно подобрать контурный карандаш, такие цвета вот самые-самые нужные. Здесь парочки, да, дуэты такие теней. Я пробовала эти тени, у меня есть на канале видео, где я их пробую. Особенно мне понравилось вот это сочетание. Но знаете, вот по качеству это, ну, что-то с чем-то прям классно. Если вы ищете себе хорошие тени, то вот смотрите Giordani Gold, то что нужно. И подводка, я ее тоже прорекламирую, потому что я практически каждый день ей пользуюсь. У нее удобная такая длинная кисть, которая позволяет рисовать такие классные стрелки, то есть вот эти все длинные хвостики можно сделать потолще, потоньше. И мне нравится, так вот отпускаешь в свободном, да, таком парении, и кисточка оставляет хвостик ее, такой тоненький-тоненький хвостик, такой манящий, загадочный, игривый. Очень стойкая подводка, то есть она не смоется у вас слезами счастья и снегом и дождем, она останется с вами, пока вы ее не будете удалять вечером каким-то специальным средством для удаления макияжа. Так, тушь для ресниц, ничего не скажу, не пробовала. Так, двойная тушь для ресниц, да, классная тушь, пробовала, действительно она дает эффект такой интересный. Можно сделать такие тоненькие реснички, а если вытащить нижнюю часть кисточки, чтобы побольше туши на ней осталось, то будет более такой вариант пушистых мохнатеньких ресниц. Одна из моих теперь любимых помад ультракремовая, я вам ее не покажу, я ее чуть не нашла, у меня сейчас везде куча косметики, я крашусь в разных местах, ищу освещение удобное, поэтому везде пробежалась и не нашла всю продукцию, к сожалению. Но я вам скажу, что эту помаду я обожаю. Мой оттенок розовое дерево, вот эту помаду я очень-очень люблю. Так, дальше двигаемся. Щипчики для ресничек, да, тоже пользуюсь, забыла показать. У нас выходит новинка — магнитные реснички. Я вам их покажу скоро, вы увидите отдельное видео, я покажу, как ими пользоваться, вы посмотрите, какой с ними получается эффект. Они многоразовые, но надо с ними аккуратненько использовать, да, то есть, ну, бережно, тогда они вам прослужат долго. Скоро будет видео, прям буквально на днях запишем. Так, далее карандаш подводка для глаз, отличные варианты оттенков, да, можно поиграть с цветами, потому что цветные макияжи они всегда смотрятся более омолаживающе, дают эффект игриво и нарядно, то есть можно подобрать все карандаши под гардероб, вот то что вы больше любите, такие используйте. Брови, ой, брови — это наше все, да, как я говорю, что значит наше все, это очень важно. Если брови правильно прокрашены, они ухоженные, они правильной формы, толщины, длины, то вы будете выглядеть очень красиво, даже если вот сделаете только тон брови и блеск на губах, у вас будет красивое оформленное выразительное лицо. И в этом нам помогают разные варианты, это могут быть карандаши, как представлено в этом каталоге, тушь, я очень люблю нашу тушь, мой оттенок вот коричневый, сейчас вам ее где-нибудь вот помажу, покажу, что она не темная,
Тушь классно фиксирует, укладывает, прокрашивает реснички, которые под пушек светленькие. За счет этого ресницы выглядят более густыми. Брови, конечно же, брови выглядят более эффектно. Я всем рекомендую этот пинцет, потому что вы можете его не заметить, потому что он тут маленький, да, и незаметненький. Это лучший пинцет, который я пробовала за свои годы. Мне 46. Я, поверьте мне, много пинцетов перепробовала. Эти самые лучшие. Они деликатно удаляют волосок. Они его не обламывают и не больно. Вот сколько я пробовала, то ломают, то щипают, то не так захват делают. Этот пинцет просто самый лучший. И моя любимая тема — это тени, тема теней, потому что я очень люблю тени. Для меня макияж не бывает завершенным, если, например, просто ресницы накрашены или стрелки. Для меня важно, чтобы всегда были тени. Моя палитра, она очень простая. Вот смотрите, у меня есть любимые цвета, которыми я пользуюсь постоянно, я вам сейчас их покажу, потому что с ними можно сделать любой универсальный макияж. Сейчас я возьму кисти разные какие-нибудь и покажу вам тени. И, конечно, тени нужно всегда накладывать на базу, иначе они не будут так эффектно смотреться. И я взяла праймер, он тоже есть на этой страничке. Ой, много выдавила, очень много. Он какой-то бесконечный, этот праймер. Вот я нанесла чуть-чуть праймера, чтобы вам показать, как я делаю макияж. То есть я беру светлый оттенок, например, вот этот нюдовый. Он у нас здесь есть, вот бежевый нюд, видите, он у меня самый ходовой. И вот я его просто кладу сверху, припечатываю на нашу базу. А темные тени беру, вот, например, такие. Это серый, сейчас скажу, благородный серый, по-моему, этот оттенок. И мне нравится сливовый тауп очень. Смотрите, как красиво, благородный серый. Ага. И, например, мне нравится вот этот коричневый, который абсолютно без блеска. То есть я иногда люблю делать такой матовый макияж абсолютно без блеска. А еще мне нравится оттенок, сейчас кисточку чуть-чуть так почищу, вот этот вот нежненький, смотрите, он розово-золотистый, то есть его практически незаметно, но перелив он дает очень красивый, и он дает хорошую вот эту тушевку сделать. Ага, то есть мы так соединяем и убираем четкую жесткую границу кистями, тушуем, получается очень красиво, смотрите, как классно. То есть он дает и переливы благородные такие, ненавязчивость, золото видно, да, то есть это красиво смотрится, если, да, вы или делаете фото, или рядом с вами человек смотрит на ваш макияж и просто влюбляется, потому что это красиво, это деликатно. Поэтому вы видите, тени не пылят, только матовые чуть-чуть вот дают пыль. Это не страшно абсолютно, потому что есть тени, которые так пылят, что с ними засыпешь все лицо. Я же делаю макияж абсолютно без подтираний, без исправлений, потому что нанесите базу для теней, они классно припечатаются и растушуются. То есть видите, какая классная тушевка идет из-за именно праймера. Потому что если вы нанесете просто на свои веки, они у вас могут быть, да, там остатки крема или веки жирные, тени не растушуются, они лягут пятнами. Поэтому не умаляйте вот важности праймера или какой-то базы. А тут еще новинка нас ждет, защитные патчи для нанесения макияжа, 10 штук в упаковке, ого-го. То есть они крепятся у нас под глазки, если тени осыпаются, то вы не портите кожу. Классно. Так, здесь нас ждет классная тональная основа. Так, это не она, я вам показывала. Вот Aqua Boost, 6 оттенков, больше подходит для обладательниц, угадайте, какой кожи, нормальный и склонный к сухости. Капельку попробуем, какой оттенок у меня, я вам сейчас скажу. Немножко темноватый, я его покупала еще летом. Угу. Смотрите, цвет 408-29, светлый бежевый. Смотрите, какой красивый оттенок, он такой живой, без рыжинки, без краснинки, хороший цвет. Он, кстати, я и сейчас им пользуюсь, не такой он и темный, он чуть-чуть полежит на лице и подстраивается под кожу, я его не вижу. Немножко румян, немножко пудры, и все, идеальный макияж.
Я обожаю тональные основы Oriflame, я их все люблю, мне нравится наша стойка, мне нравится AZ крем. Но вот пудра у нас идет матирующая для жирной кожи. Румяна я не пробовала, но я смотрела на видео и завидовала, но у меня столько румян, что я решила пока не буду заказывать, хотя очень нравится. Я бы в себе взяла персиковый оттенок и розовый, мне очень они понравились. Просто пионовый, он какой-то такой прям барби для, мне кажется, всех молоденьких девочек, хотя я могу ошибаться, надо все пробовать. AZ крем последний раз в каталоге, мультифункциональный. Ого-го, смотрите, как интересно. Если вы его любите, то надо брать сейчас. У меня другой, у меня матирующий, матирует, увлажняя, он гидротон. Я уже не знаю, где его пробовать. Конечно, неудобно, тюбики не люблю, но крем классный. Не люблю, потому что мажут, они вытекают немножко. О, давайте замаскируем мою болячку. Кот меня подрал, мы с ним, наверное, дрались. Я люблю с ним поиграть. Вот какой красивый тон, смотрите, вот он прям на мою такую бледную кожу прям хорошо ложится, выравнивает тон. Смотрите, спрятал венку, немножко перекрыл. Мой оттенок 87 364 87, светлый, очень люблю этот тон. Я не могу сказать, что мне в Oriflame какой-то тон не нравится, мне не подходит два тона, если они сейчас попадутся, я вам покажу. Так, мультифункциональный бальзам для губ Азе. Вот мне он вообще не понравился. Сначала понравился, а потом, когда я начала пользоваться, у меня персиковый, он мне и запах стал навязчивым, то есть начал прям вот раздражать. И когда губы облизываешь, у меня во рту какая-то горчинка, как будто прогорклость какая-то, хотя я его покупала, как он только вышел, то есть первый заказ, новинку. Он не может быть плохим, просто он у меня как бы не ложится. Все-таки видно, да, как AZ лежит, слился прям с кожей, а Aqua Boost темный, все-таки он темный. И очень хорошо сейчас фарфоровый у меня оттенок, минеральная тональная основа Giordani, вот здесь кусочек еще видно. И все они, видите, впитались, оставили гладкость, ровность, ухоженный вид, супер. У нас тут целая вставка, давайте ее быстренько пролистаем, и я вам скажу, что мне здесь особенно нравится. Но есть условия: чтобы из этого спецпредложения сделать заказ, у вас должен быть заказ из каталога на 750 рублей, помимо этой вставки, иначе не пройдут эти огромные скидки. Итак, набор Дари поцелуя, и в него входит губная помада, несколько оттенков сразу, 5 оттенков, слушайте, как круто, это очень выгодно, посмотрите, какие цвета, можно с кем-то скооперироваться и взять набор на всех и разобрать, кому какие идут. А здесь нас ждут тени для век, наборчики, праймер для ногтей, все, наверняка что-то вам будет интересно, внимательно рассматривайте вот эту вставочку. Гелевая подводка, сколько стоит? 319 рублей, слушайте, какое классное предложение. Меня часто спрашивают про подводку, но мне, например, ей пользоваться неудобно, потому что надо кисточку отдельно, подводка отдельно, но она по качеству очень хорошая. То есть ей тоже, она не смывается, не смазывается, вот вам показываю. Но мне больше нравятся подводки жидкие, я все-таки так к ней не приспособилась, вот она у меня новая стоит, и я ее берегу, вам только показываю, чтобы вы увидели, какая она. Она очень хорошая, чуть-чуть устоится, я вот так потру пальчиком, напомните мне потом. Так, здесь у нас все для тела, очень, очень классный арбузный вот этот лосьон, но он охлаждающий, он зимой, мне кажется, не пойдет вообще, его только летом, у меня там половинка осталась, я убрала на лето. Далее шампуни для волос классные, здесь всякие серии. Глейшер за 499 рублей, это хорошо. Вот этот аромат очень вкусный, он называется Masquerade, я его маскарад называю, хотя он не так называется. Он очень пленительный, восточный, восточные нотки, такой цветочный, очень вкусный. Так, бижутерия, моя любимая тема, быстро пролистываем. Сумочки, вот из этих сумок я бы взяла вот эту, она мне очень понравилась, вживую она лучше, чем на картинке выглядит.
Очень рекомендую плед, я таким пользуюсь, он у меня в кабинете, и я когда замерзаю, я им закутываюсь или сама, или ноги, когда сижу на своем огромном подоконнике, я им накрываюсь, он очень уютный, прям прелесть. И огромный 750 миллилитров мега объем с миндалем крем для душа. Дальше декоративная косметика, покажу вам палетку маскирующих средств, смотрите, они такие густые, хорошие, плотные, смотрите, какие классные. И пудра, я вот ими очень люблю перекрывать, за счет того, что этот розовый, этот бежевый очень хорошо перекрывает розовые синяки, а бежевый пигментацию, и он очень плотненький, прям хороший, мой самый светлый, я вам сейчас показала серия, он Color. Здесь нас ждет оттеночный гель уход для бровей, ресниц, смотрите, кто вот хочет ухаживать за своими ресничками, бровями, кто не красится, например, шикарно, вот просто защитить, чтобы не выгорали реснички, да, чтобы были более крепкие. Тушь удлиняющая для ресниц, кстати, ее очень многие любят, часто заказывают. Карандашики для глаз, коричневый, черный, они маленькие, там 1,12 грамм. Тушь для ресниц водостойкая, ее ничем не смоете, только двухфазным нашим средством, оно, кстати, будет в этом каталоге со скидкой. Наша классная точилка для карандашей с секретиком, ее вот тут можно открывать, внизу она вся полностью, ой-ой-ой, насорила, разбирается, вот все, значит, не снимала, а просто вытряхнула. Есть еще вот такая шпажка, чтобы вот это все почистить, убрать. Ага, она прям классная такая точилка и точит хорошо. Убираю ее. Карандаши, стики для глаз и губ не рекомендую. Я не знаю, если вы справились с ними, я не смогла их ничем поточить, не нашла точилку, не хочу искать точилку, но это не точится, абсолютно ломается. Стержень мягкий, он крошится, но цвета красивейшие, то есть вот красивый коричневый, для губ нюдовый, очень красивый цвет. Ну вот как-то не сложилась у меня с ними любовь, поэтому я их и не рекомендую никому, потому что вдруг у вас тоже не сложится, а вы расстроитесь, что купили. Помады, так, помада, интересно, есть у меня помада? Конечно, мерцающий нюд, вот такая вот, кстати, она очень рыжая, хотя она вроде бы нюд, но смотрите, какая она насыщенная. Неужели это нюд? Мне кажется, это какой-то коралл просто, вот супер. Летом было красиво, сейчас не пользуюсь, слишком как-то ярко и, как это сказать, взбалмошно, да? А как-то хочется больше летнюю тему, а зимой не очень хочу такие помады. Но по качеству понравилось. Здесь у нас оттеночные бальзамы с ароматами для губ, вкусненькие. Ухаживающая тональная основа для молодой кожи. Стик, чтобы скрыть недостатки, да, воспаления. Далее матирующая тональная основа, у кого жирная кожа, и хорошо, что есть разные оттенки, выбирать удобно. Вот то самое средство, которое снимает водостойкий макияж, больше ничем не снимете, ничем не получается, ни маслами, абсолютно. Классные кисти, интересненький набор кистей, 529 рублей, 3 кисти. Мне кажется, это дороговато, ну, на мой взгляд, но они нарядненькие, такие красивые, я бы вот такую кисточку хотела, мне так нравится вот ее форма. Конечно, кисти нужны, их должно быть много, хорошее разнообразие, классный крутой трафаретик, если вы не умеете красить стрелки, берите этот трафарет и с ним накрасите очень легко. И тут много-много-много всяких аксессуаров, всякие наборчики, помощники наши для того, чтобы мы классно выглядели. Смотрите, что я вижу, вот честно говоря, случайно увидела, даже внимания бы не обратила, это аппарат для маникюра, который разбирают вот просто моментально, так его еще будет ограниченное количество. Если вы давно хотели такой аппарат, у меня есть, кстати, на канале видео, как я делаю маникюр аппаратный, очень, кстати, удобно поддерживать вот ногти, чтобы они были красивые, прям в первый день берите, все разберут. Красивые носочки, халатик, такой у меня ассоциация с далматинцем, хотя у далматинца наоборот, он белый с черными пятнами, но все равно такая ассоциация всплыла сразу. Очень красивые наборы, я бы вот такой заказала себе, но не буду, у меня много бижутерии. Вот такой мне очень нравится, но он именно подо что-то. У меня
партнер из команды вчера звонила и сказала про эту сумочку, она себе заказала, и она мне так долго про нее рассказывала, какая она классная, что я аж открыла каталог и думаю, дайте я посмотрю, что за сумочка. И она сказала, что она в каталоге выглядит больше, чем она есть на самом деле, и она в таком восторге, что она такого удобного размера, что она не огромная, а такая вот, ну, классная. Тут есть размеры, можно с линеечкой померить и посмотреть, какая, какой будет вариант. Тут у нас интересный клатч и снова бижутерия и бустеры. Бустеры обязательно берите, вот это просто. Я не взяла свой показать, да, у меня сейчас, я зелененький себе открыла, только закончила антиоксидантный. Бустер просто нужно на ладошку капнуть 2-3 капельки с кремом, смешать со своим дневным, размешать и перенести на кожу лица. Во-первых, расход крема будет меньше почти в 2 раза, во-вторых, хватит очень надолго, в-третьих, это такой помощник, который моментально вернет вашу кожу к жизни. То есть утром проснулись, сделали уход, нанесли крем с бустером, и кожа сразу преображается прямо на глазах. Для антивозрастной кожи целая серия вся, как удобно, что целиком вся серия со скидками. Вот я прям благодарна компании, потому что бывает, что в одном каталоге часть со скидкой, в другом часть другая со скидкой. Нам же удобнее сразу рекомендовать целиком серию, согласитесь, и брать целиком. Шикарная серия осветляющая, она работает, она дает классный эффект, убирает пигментацию. Для жирной кожи серия, можно брать наборчики, чтобы все попробовать, прежде чем заказывать. Мицеллярная вода, которая чудесно убирает и макияж, и очищает кожу, ее обязательно смывать водой, не оставляйте мицеллярную воду на коже. Роскошный скраб, он такой ласковый, мягкий, в нем такие приятные отшелушивающие частички, он хорошо очищает кожу, выглаживает ее. Есть щеточка, кстати, такая интересная, я не пробовала, поэтому не буду вам про нее ничего рассказывать. Это серия Pure Skin для молодой кожи, которая начинает выдавать проблемы, воспаления, прыщики и так далее. Начинайте ухаживать, быстро увидит юноша или девушка результат. Серия наша оригинальная, наверное, неповторимая серия Eco Beauty, она уходит из каталога. Я, честно говоря, немножечко в шоке, потому что я хоть эту серию и брала один раз, но я все время на нее смотрю с таким вожделением, и мне хочется ее, конечно, повторить, но я ее не брала, потому что я не люблю молочко, я не пользуюсь очищающим молочком для лица. Но мне здесь безумно понравились все продукты, все, вот они настолько невероятные, гаджеты. Мой любимый аппарат для очищения кожи Skin Pro Sonic, у меня, кстати, на канале есть даже битва старого Skin Pro и нового, и, конечно, новый победитель. Шикарный триммер, который позволяет очень деликатно удалить нежелательную растительность на коже. О, целая выставка, как, знаете, как в музей заходишь, там висят красивые картины, не знаешь, на какую смотреть, все нравятся. Мой любимый коллаген Ultimate Lift, невероятный Skinergize, вот сейчас пользуюсь им, какое он дает красивое сияние, вот сочетание с сывороткой использую, осветляющий крем, да, для возрастной кожи, регенерацию. И вот везде написано, что делает эта серия, это вам как шпаргалка, и вы перелистываете, а здесь серия целиком. И я, конечно же, как профессионал, рекомендую серию брать только в комплексе, потому что в комплексный уход в 7 раз эффективнее, нежели вы возьмете один крем и встроите его, например, в серию Optimals. Не будет такого эффекта, который вы ждете. Только целиком серия. Я считаю, что это недорого. Зачастую цена получается, если разделить на время использования, в день вы тратите, ну, как цена чашки кофе, да, даже порой дешевле. А я вот недавно заказала себе кофе с наполнителем, там был арахис, шоколад, мне так захотелось чего-то такого экзотического, это просто бяка, я делала 3 глотка,
и выкинула, потом и выкинула на ветер 150 рублей. Да, вот надо всегда досмотреть, во что вы вкладываете деньги. Второе лицо никто не может купить, никто, ребят, никакие пластические операции, никакие инъекции не вернут вам кожу, только вот ее сохранность поможет вам продлить молодость, дать ей нужное все своевременно и в полной мере. А здесь у нас разнообразные средства, тоже серия Novage, я ее просто обожаю, и мне очень нравится пилинг для лица, его так надолго хватает, но этот пилинг помогает мягко, нежно, деликатно очищать кожу. Мне очень нравятся все эти средства, я их всегда рекомендую. Отдельно крем дневной Королевский бархат Royal Velvet, и конечно же сейчас все ставят акцент на здоровье, и ценности немножечко наши меняются. Если мы раньше вот так вот бегло пробегали странички с wellness и говорили, да да да, ребята, смотрите, читайте, сейчас я вам хочу сказать, ребят, благодаря wellness мои коллеги, кто регулярно пьет витамины, кушает коктейли, да, дополнительные кальций, да, батончики, протеиновые пребиотические комплексы и так далее, мои коллеги очень здорово себя чувствуют. И даже если кто-то заболел, у нас много чатов, где люди пишут, как они перенесли инфекцию, насколько им было легко и, да, с этим справиться, то что они не попали в больницу, да, то есть это круто, ребят, это оздоровление, и это не временный эффект, а долговременный, и это продукт, который не разово нужно кушать, не сделать курс какой-то, да, пропить и забыть на год. Нет, ребят, это дополнительное питание, которое мы должны ввести в свой рацион постепенно, по мере возможности вводить в рацион, и с пониманием, что это сейчас самое актуальное. Ну и конечно волосы, да, защищаем волосы, потому что климат-контроль поможет сделать такой, ну как, пережить зиму, когда волосы постоянно в стрессе, то им жарко, то им холодно, то их морозят, то их снегом заметает, ледяным ветром обдувает и так далее. Интересная серия для тонких волос, и я пользуюсь сухим шампунем из этой серии, его надо хорошо-хорошо взбить и распылить на прикорневую зону роста волос, и вот так вот взбить пальцами и расчесать. Реально получается эффект, как будто я помыла волосы, но уже завтра утром нужно их реально помыть. Серия у нас для того, чтобы сделать волосы уложенными, пышными, зафиксировать. Так, далее пенящееся масло для душа, интересная очень штука, кстати, напоминает мне гидрофильное масло для лица, но только мы гидрофильное наносим сначала на сухую кожу, потом добавляем воду, а здесь же мы сразу можем наносить на влажную кожу, и оно увлажняет кожу, и мы с ним купаемся, интересный очень эффект. А пахнет как вкусно, такой аромат, я люблю вот нашу серию спазы, ее аромат. Последний раз в каталоге крем для рук сарник с маслом арники. Почему? Мы его очень любим, зачем его убирают? Восковые полоски для депиляции я не оценила как-то, да, не могу дать свою рекомендацию, что вот прям это супер продукт, нет, у меня начисто не удаляются волоски, наверное, это зависит от того, какие они, толстые или тонкие. Зато я очень люблю наше средство для интимной гигиены, тоже всем рекомендую, наши классные дезодоранты на любой вкус, можно распылять, можно шариковые взять, какой вам больше формы нравится, я люблю шариковые. Средство для тела, жидкое мыло для рук, мед и молоко, крем для душа, кусочек роскошного мыла, крем для лица, для рук и тела, и крем для рук. Смотрите, что важно на этой страничке, только покупая два продукта, вы оплачиваете по нижней очень выгодной цене. Смотрите, если у вас будет один крем или три крема, то два вы купите за 249 рублей, а третий вам набьется за 249, поэтому считайте, сколько вы положили в корзиночку. То же самое касается серии Элио. Элио, покажу вам шампунь, приготовила дочке, чтобы подарить, у меня маска стоит и шампунь для нее, она очень любит эту серию.
Я тоже люблю, конечно, я дарю, но мы пользуемся вместе. Вот, ну, главное подарить. Роскошная серия с приятным очень ароматом, и тоже акция действует при покупке двух, третья цена, то есть первая зачеркнутая без скидки, со скидкой, и при покупке двух. То есть мы можем сейчас взять кондиционер для волос по 299 рублей, да, например, и маску для волос, а шампунь не вижу, третий номер, я не вижу его. Может быть, его куда-то перенесли в другое место. Нет, не вижу. А, вот же он. Вот шампунь и кондиционер по 299 рублей. Можно взять то и другое. Фух. Так, и завершает практически каталог. Серия Essence и Co. Очень люблю эту серию. И у нас здесь представлен лимон и вербена. Такой освежающий, приятнейший аромат. Это серия с натуральными эфирными маслами. Я ее люблю за то, что она и оформлена очень красиво, и очень качественно. Это лучшая серия, которую я люблю в Oriflame, наверное, больше всех. Также серия с ирисом и шалфеем. Вот жидкое мыло у нас ушло просто за полтора месяца. Потом дочка мне сказала: мама, оно так вкусно пахнет. Я им и купалась, и руки мыла. Просто я смотрю, оно исчезает на глазах. И у меня еще стоит вот такой вот лосьончик, я им пользуюсь. Какое красивое мыло. Кстати, я мыло не заказывала. Я даже не знала, что оно такое красивейшее. Надо брать, надо исправлять ситуацию. А здесь серия Love Nature, уходовая серия, очень доступная по, да, по финансам. Как вы видите, один продукт всего 169 рублей. И я знаю эту серию не понаслышке. Я постоянно беру дочери гель для очищения кожи, маски, чайное дерево у нас всегда в огромном количестве, да, и крем. И эта серия, она разнообразная, есть тканевые маски. Очень классное предложение. Масочки в таких красивых баночках одноразовые, они приходят в коробочках. Серия для, если вот с чайным деревом, она рекомендуется для комбинированной кожи и склонной к сухости, ой, к жирности, вот эта серия, то серия с ягодами годжи и органическим овсом для сухой кожи, серия с кокосом и алоэ для нормальной и, да, ну, как бы такая серия, которая подходит для разных типов кожи. Далее для волос, для душа средства, да, у нас тут для душа, для тела шикарная наша щетка для купания, шампунь для окрашенных волос с гранатом, кстати, так хвалили, и тоже смотрите, цена везде, надо при покупке двух, при покупке двух цена еще выгоднее, классное предложение. Вау, как я люблю вот этот шампунь с бамбуком, он так супер очищает волосы, то есть он как два в одном, шампунь и кондиционер, но он прям классный. Но в любом случае я всегда все равно потом кондиционером еще пользуюсь после мытья. Классное жидкое мыло для рук я такое брала, оно так вкусно пахнет, такое густое, там прям надо, до конца не надо нажимать, потому что слишком много, его прям, у него расход очень маленький. Гель для душа, для ног, спрей с зеленым яблоком и мятой, и охлаждающий крем для ног. Но охлаждающий крем, вот у кого ноги горячие и сильно потеют, наверное, в сапожках, то он сейчас подойдет. Ага, в принципе, эта серия лучше летом. Шампунь очень люблю, он так хорошо смягчает, ромашка и авокадо. Он подходит для окрашенных, для сухих волос, тоже два в одном. То есть тут написано для всех типов волос, но он очень хорошо питает, поэтому я всегда говорю, для, как бы для склонных сухости будет просто шикарно. Далее вот такой пакетик масочки, ее хватает на два, даже на три раза, у кого какие волосы. У меня волосы длинные, я на два раза маску делю всегда, и она суперская, просто вот бомбическая маска, возьмите, побалуйте свои волосы. Крем для ног ночной, увлажняющий крем для рук с маслом авокадо. Вау, смотрите, какая классная цена, 79 рублей. Это очень хорошая цена, если брать две штуки или два. А кокос, и кокос тоже, смотрите, как классно. То есть вы можете брать
с разных страничек, да, продукты, и они будут с хорошей скидкой. Очень люблю шампунь и кондиционер с кокосом и пшеницей, мне они подходят. И вот этот тюбик, где он у меня, я брала, хотела вам показать, вот он, вот такой тюбик я рекомендую. А вот прям в стаканчик с горячей водой положите, вот так вот, потом отламываете вот этот хвостик, выдавливаете сколько вам нужно, остальное, если лишнего, перевернули и вот это вот другой стороной закрыли отверстие, в следующий раз еще раз используете. У меня обычно уходит сразу, мне даже не хватает, но эффект от него просто невероятный, он так восстанавливает волосы. Я его ношу, тут написано там буквально 5 минут и все, я же ношу полчаса, потом смываю, мне очень нравится. Так, и завершает, все еще завершает, мне казалось, что я уже на последних страничках, а здесь их еще много-много. Тоже одна из моих любимых серий, то есть если их вот сравнивать, ну я их поставлю на первую ступеньку вместе, потому что и тут, и тут натуральные масла. Просто эта серия Be Happy, серия Feel Good, да, вот я в руках держу Be Happy, она более доступная. Ну посмотрите, какая цена, 149 рублей, да, разница есть, но тут 200 миллилитров, здесь 300, все равно это получается экономичнее. И здесь есть невероятная пенка для душа, я вам гель показывала, пенка, ее взбалтыхали, вот так вот выдавливаете, это моя пенка, я чуть-чуть вам покажу, и вот эта вот густая ароматная пена, которая обволакивает кожу, и вот мокрая кожа, просто вот все пузырики лопаются, ощущение вот просто восторг. Вот у меня одна клиентка написала в личку мне отзыв, что она буквально на грани оргазма от восхищения просто, как ей понравилась вот эта пенка. Далее у нас шлифовальная пилка для ног, средства для ног, вот они, для размягчения, то есть для ванночки, оно не пенится, это средство, его нужно один колпачок налить в ванночку, подержать, да, там ножки подержать в воде, чтобы кожа размякла, распарилась, потом пилочкой все удаляете, все моете начисто и мажете таким вкуснейшим кремом. Он очень вкусный, он еще и перламутровый. Слушайте, как я его много достала. Это не специально, но сюда намажу. Он густой, он такой вкусный, а мандарин и имбирь. Я не ожидала, что это будет такое приятное сочетание. Оно такое согревающее, уютное. Все, мне очень нравится эта серия. Так, дальше. Ну, конечно же, для рук. Для рук у нас это моя любимая тема. Смотрите, два берем, два крема, два мыла, или мыло и крем, а цена будет вот эта вот нижняя. Очень выгодно, очень вкусно пахнет. Мыло красивое такое, вот просто ну, невероятное. Помада, у меня же даже негде мазать, ну давайте попробуем. Помада Ultra Fix, нашумевшая помада, матовая, стойкая, невесомая, которая под маской незаметно, оттенок красный, под маской она не стирается, а нюдовый, нюд вообще полюбила, просто как я его люблю, терракотовый тоже, я ими всеми пользуюсь, мне они все подошли, мне очень нравится, как они лежат, у меня еще не было такой матовой помады, которая бы настолько комфортно лежала на губах, она реально очень мне подошла. Контурные карандаши с хорошей скидкой. И та-да-дам, мои любимые блески всего за 149 рублей. Неужели хотят снять с производства? Смотрите, этот блеск, сейчас скажу, какой у меня, глянцевый, бежевый. Смотрите, какое чудо. На губах просто все смотрят на ваши губы и не могут глаз отвести. Просто хотят вас целовать. Ну, мужчины, конечно же, мужчины. А женщины просто смотрят и говорят, боже, что это? Вот эти блестки, смотрите, какие красивые. Видно, надеюсь? Так, вот так вот выставлю. Очень крутые блески. Набирайте прям вот, берите все. Они все разные, они все такие красивые, вкусно пахнут, на губах супер лежат. А самое интересное, что вот начиная с этой странички, вот с помады, блески, далее лаки, наши чудесные крутые лаки Oriflame, которые я обожаю, тут еще у нас классные новинки, я хочу вот этот, хочу огненную комету и лиловый горизонт,
Я говорила вам, что я не хочу брать лайки, но эти я прям вот хочу, такие цвета, бомба. Просто золотистых у меня как бы еще есть много оттенков, а эти очень хочу. В ближайшем будущем, я надеюсь, я получу такой радужный зеленый карандаш и попробую его, запишу прям видео, как сделать с ним макияж. Здесь нас ждет новая тушь для ресниц с моей любимой кисточкой. У меня есть эта тушь, я вам ее покажу. Индиго черный. Ну, я вам честно скажу, я сегодня ей накрасилась первый раз. Она просто черная. Я не вижу ничего в ней не черного, но блестки есть. Они есть. Вот я их сейчас вот мажу, я их вижу. Их видно. Мы с дочкой, знаете, мы светили фонариком. Мы смотрели, и она сказала: мама, их видно, их реально видно на ресницах, но не так, чтобы вот они прям лежали блестками, но если вот какое-то там особое освещение, да, как-то вот свет фонарей, да, какая-то вот, их видно, их там прям много-много-много, синенькие блестки. Сама тушь черная, я думаю, что индиго она названа за счет вот этих вот, они действительно такие сине-зеленые блесточки. Я не знаю, камера передаст вам это или нет, но они есть. Кисточка классная, как в туши 5 в одном, я ее просто обожаю. И легенда, вам достанется вот эта легендарная тушь всего за 199 рублей, а это за 199. Легенда за 199 рублей, наши 5 в одном. Это вот кисточка тоже. Давайте сравним кисточки, кстати. Как хорошо, что вы не ушли, если вы еще со мной. Смотрите, у этой кисточки чуть-чуть изогнута щеточка больше, чем вот у туши 5 в 1. Они обе классные, поверьте мне, они обе очень хорошо прокрашивают ресницы и удлиняют. Но эта тушь вам достанется только при заказе любого продукта вот с этих страниц. То есть если вы заказали себе такую тушь или карандаш, лак или вот такие помады или блески, тогда вы набираете на каждый один продукт одну тушь. Все, вы просто мои герои, кто сидел со мной до конца. Я вас обнимаю, шлю вам самые горячие свои поцелуи. Спасибо, что вы со мной. Напишите в комментариях, было ли для вас что-то новенькое, полезное, что-то узнали, и это вам поможет в работе, и вы соберете свои самые классные крутые заказы, а ваши клиенты будут самые довольные, потому что вы им порекомендуете то, что им нужно, а не то, что вам хочется продать. Это самое главное. Я вам желаю потрясающего классного каталога. Пишите в комментариях, что вы себе будете заказывать, на что у вас просто вот глаз, да, лег, как это, глаз положили. Спасибо, до новых встреч. С вами была Лилия Донскова, а я пойду пить чай с медом, потому что у меня аж горло, голос садится и горло пересохло. Пока-пока!